вечер папы остались на хозяйстве, мамы на концерте. В зале «Яблоку негде упасть». С танцами под веселые песни одинцовские женщины отмечают свой день – День матери. Мама, мне на тебя не надеяться. Мама, мы чувствуем друг друга сердце. Анжелика Попова – мама шестерых детей. Работа бухгалтера ушла на второй план. Теперь она работает мамой. Активно участвует в общественной жизни Одинцовской лингвистической гимназии, где учатся четверо ее детей. Признается, концерт как отдушина от будней домохозяйки. Материнство, оно заложено в каждой женщине. Вот, и каждая мама, она готова, но немножко вот как бы помощь, может, сторону нашего государства, да, которое она сейчас дает нам, сподвигает на такой подвиг, как родить там третьего, четвертого ребенка. Примерить шляпки, послушать эстрадно-симфонический оркестр Андрея Балина и отдохнуть душой на концерте. День матери – международный праздник. Инициатором его учреждения в России выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин, молодежи и семьи. В современном мире одна из главных задач государства – защищать права женщин, считает депутат Государственной Думы Оксана Пушкина. Мы не защищены от домашнего насилия, поэтому вот сегодня все усилия, которые направлены на принятие закона, на, знаете, все-таки профилактику таких явлений не очень приятных, драматических в наших домах, это дорогого стоит. Поэтому мы объединились, мы взялись за руки, обе палаты, уполномоченные правам человека. И я думаю, что мы все-таки в этом смысле наведем порядок. В муниципалитете в эти даты чествуют матерей не только концертом. Многодетных мам отмечают медалями материнской славы Одинцовского городского округа Московской области. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».